Добро пожаловать в наш экстраординарный MPM Home. Наш стенд – самый уютный и гостеприимный стенд на выставке. Мы воссоздали атмосферу настоящего дома. Теплый, комфортный свет, мягкий, приятный ковер. Мы создали то место, в котором вам захочется вернуться, в котором вы можете получить удовольствие от продуктов. Наш стенд прекрасно организован. Центральная зона – своего рода зона навигации по стенду. Настя, привет! Привет, Денис! Итак, друзья, на Мосбилде мы показываем только лучшие продукты. И в этот раз мы показываем две абсолютно новые коллекции Spirit и Jam, обновленную коллекцию премиум класса Sensation и нашу коллекцию Bestseller по итогам 2016 года, коллекцию Like. Посмотрим новинки? Да, пожалуй. Давайте начнем с моей любимой товарной категории – смесители. Итак, коллекция Spirit – самая инновационная и, пожалуй, самая смелая коллекция MPM. И здесь вы можете видеть смесители с нестандартным способом регулировки воды. Оно базируется, сама идея, на том, что мы заметили, что мужчины и женщины по-разному относятся к управлению смесителем, ну, как и многим другим вещам в жизни. И мужчины, как правило, опускают ладонь целиком на ручку смесителя и таким образом управляют смесителем. И именно для них мы создали такое оригинальное нестандартное управление. Обязательно попробуйте его, когда будете на нашем стенде. Для женщин мы придумали смесители с классическим однозахватным управлением. И, как вы видите, коллекция имеет внутри себя две абсолютно полные линейки смесителей, которые представляют собой единое целое, единую семью. Абсолютно новое поколение мебели Spirit выполнено в самом актуальном дизайнерском тренде – минимализм. Чистые линии и грани, ничего лишнего. Подсветка по периметру – это не только красиво, но еще и удобно, никаких теней. Максимальный объем чаши – такого вы не встретите ни у кого. Идеальный баланс между функциональностью и дизайном. Фасад-органайзер. Вы можете разместить здесь все необходимое в вашей ванной комнате. Два типа колонн – с зеркальным фасадом и с фасадом, в котором интегрированы полочки. Четыре размера – 60, 80, 100 и 120 сантиметров с двумя чашами. Самые модные цвета – красный глянец, безусловно, белый и синий матовый цвет. Матовые цвета сейчас невероятно актуальны. Здесь же на стенде представлена обновленная керамика Spirit. Унитаз компакт и подвесной унитаз. Новая, совершенная технология Flash Clean. Никаких вклеенных поверхностей внутри. Идеальная внутренняя поверхность чаши. Смесители Jam. В основе дизайна этой коллекции лежит современная шестиугольная форма, которую вы можете видеть на ручке смесителя. Именно эта форма и эти боковые грани придают тональность и характеру всей коллекции. Кроме того, именно эта форма стала символом коллекции, которую вы можете видеть здесь. Настя, коллекция Jam не только смесители. Посмотрим мебель. Мебель Jam по-настоящему экстраординарный продукт в сегменте эконом. Мы привнесли модный, минималистичный дизайн, геометричные формы и грани. И мы первая компания, которая приносит фурнитуру Push to Open в сегмент эконом. До нас этого не делал никто. Коллекция Jam по-настоящему дизайнерская коллекция. Три самых модных цвета. Белый, наш флагманский цвет, синий матовый и орех текстурированный. Два самых популярных размера, 60-75 см, три типа тумб. Мебель Jam предоставляет вам настоящие возможности для творчества. Вы можете скомбинировать вашу мебель для ванных комнат так, как вы хотите, выбирая цвета и конструктив тумб. Важной и завершающей частью коллекции Jam являются аксессуары. Те же геометричные формы, которые идеально сочетаются с мебелью и смесителями. Мы первая компания, которая предлагает в эконом-сегменте квадратное стекло, что доказывает, что коллекция Jam – коллекция настоящих прорывов. Идем дальше. Но помимо новых, мы продолжаем развивать уже существующие коллекции. На стенде вы увидите обновленную коллекцию премиум-класса Sensation. Смесители, выполненные в стиле Dynamic Organic, теперь доведены до совершенства. И два новых, самых модных цвета в мебели – мятный и серый шелк. Друзья, приходите и посмотрите наши экстраординарные продукты на нашем экстраординарном стенде.